есть еще одна возможность. Какая? Можно оставить все как есть. Забить на таблетки и все остальное. Если не попробуем сделать хоть что-то, мы оба умрем. Я знаю. Как раз на это я и надеюсь. Ты в своем уме? Что происходит? Ты помнишь, сколько дерьма мы расхлебали на этом пути? Помню. И ты хочешь сдаться? Почему? Потому что так будет безопаснее для всех. Во всех остальных случаях погибнут люди. Люди постоянно гибнут. Так устроена жизнь. И что, я стою этих жертв? Или ты? И вообще, только так мы оба будем в сознании. Когда наступит смерть? Да, в последнюю минуту жизни. Я не думал об этом, если честно. Столько времени прошло, а ты не перестаешь меня удивлять. Это я от тебя научился. Ви, ты правда это сделаешь? Если ты не будешь против. Наверное, я бы поступил иначе. Но валяй. Серьезно? Не будешь спорить? Ха. Видимо, я тоже чему-то успел у тебя научиться. Уже пора. Знаешь, это правда красиво. С тобой было приятно иметь дело, Ви. Да. С тобой тоже, Джонни. Слушай, хватит, это тупо. Он уже, блядь... Попробуй, сам увидишь, тебе станет легче. Окей, Ви, ты так хотел в посмертии? И как там тебе теперь? У нас-то внизу все херово, ничего нового. Может, даже и хуже стало, чем было. Может, если бы я больше тебе помогал, все кончилось бы по-другому. Больше позитивной энергии. Мне... нам будет тебя не хватать, малыш. Señor Todopoderoso. Escucha tu humilde servidora, que obra siempre en tu gracia. Recibe en la luz cálida de tu reino a Vi, a quien llamaste a tu lado, y deja este mundo perverso. Y acéptalo en compañía de tus santos. Amén. Покойся с миром, Vi. Привет, Ви. Я все время тебя вспоминаю. Так хочется с тобой поговорить. Вот я и решила позвонить. Как в старые времена. Это тупо, конечно, но раньше люди вообще разговаривали с надгробиями и нормально. Ты никого не удивляла. Как будто так и надо.
Если уж говорить честно, я постоянно о тебе думаю. О том, что ты сделал. И мне кажется, я понимаю, почему ты решил уйти, а не бороться дальше. Но, блин, Ви, ты вообще думал про то, как... Что будет, когда... Я... Блин, да что такое? Привет, Ви. Я хотела сказать... Я правда надеюсь, что есть какое-то посмертие. Загробная жизнь. Знаешь почему? Потому что там мы сможем когда-нибудь снова увидеться. И тогда ты пожалеешь, что мы вообще познакомились. Как ты мог так поступить? О чем ты вообще думал? Вообще ни о чем, да? Я столько для тебя сделала. Я ради тебя старалась, а ты... Чем ты мне ответил? Лег лапками кверху и сдох, да? Если есть жизнь после смерти, надеюсь, ты попал в ад, Ви. Ты этого заслужил. Пока. Ви, я узнал, что случилось. Ты хотел разом все исправить, да? Показать этому ебучему миру, что ты о нем на самом деле думаешь, да? Так? Просто не представляешь себе, как меня все это бесит, вся эта ебаная романтика вокруг суицида. Блять, всякий у нас Ромео и Джульетта. Ну, блять, охуеть, оригинальное решение, нечего сказать. И что ты этим доказал? Что тебе глубоко похуй на своих друзей? Вот и все. Ну вот зачем? Ну, Ви. Значит, ты решил просто уйти. Ну, можно было ожидать. В Найт-Сити многие люди делают такой выбор. Особенно хорошие люди. Мой первый напарник Джейми Шин тоже пустил себе пулю в лоб. Ни записки не оставил, ничего. Но это из-за беспредела, который творило начальство, я уверен. Это ничего не изменило, конечно. Разве что одним честным копом стало меньше. Что ж, надеюсь, ты сейчас в лучшем мире, Ви. Привет, Ви. Ты, наверное, никогда не услышишь это сообщение, но... Как говорил поэт, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. В конце концов, это был твой выбор. Ты сам решил, что для тебя лучше. Просто надеюсь, ты понимаешь, что это коснулось не только тебя. Твоих друзей тоже. Мне кажется, ты даже не знаешь, как много их у тебя было на самом деле. Может, когда-нибудь мы еще увидимся, Ви. Ты, я, Джеки. Поэтому я не прощаюсь. 'Cause we lost everything. We had to pay the price. Everything.
What you had to say, but